Чаще всего владельцы этого имени достигают своей цели путем приобретения значительного материального и общественного положения, что им удается благодаря личным достоинствам и заслугам. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой ситуации облегчает им путь к успеху. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.